Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами майнингом. Локс Майнинг. Он дает нам при регистрации бонус 200 ГХС в подарок. Почему я решила принять участие в этом майнинге? Так как здесь есть баунти программа. И, естественно, я хочу принять участие в этом. Вот, друзья. И особенно это касается YouTube-блогеров, которые пишут видео. Давайте переведем на русский. Так, сейчас. Перевести. Значит, бонус 200 ГХС при регистрации. Далее здесь выберите свой контракт на майнинг. Далее выберите еще свой контракт. Это уже прибыль ежедневно 2,2%. Так, минимум 150 ГХС. 1 ГХС цена. 1 цент. А здесь выше у нас идет минимум 500 ГХС. И также 1 ГХС стоит 1 цент. Бесплатно на обслуживание. Это все сами тут просмотрите и почитайте. Я уже все не буду зачитывать. Как получить прибыль. Ну, сделать депозит, купить контракт, получить прибыль, снять прибыль. Здесь майнинг пула все просмотрите. Дни работы, ну, дни бега, как я поняла, это работы. Один день он работает, друзья. Здесь счастливые шахтеры, активная мощность и общая хэш-мощность. Так, использует оборудование с алгоритмом. Ну, это все тут прочесть можете, наши преимущества. Так, и вот смотрите. Присоединяйтесь к баунти программе и начните зарабатывать без вложений. И вот здесь это все, друзья, прочтете. Здесь бонус дается от 5 долларов до 600 долларов. Понимаем это. Часто задаваем вопрос, что такое биткоин майнинг. Нужно ли быть онлайн на сайте, чтобы работать с майнинг. Ну вот каково. Какова минимальная сумма вывода? Минимальная сумма составляет 0.301. Это значит составляет 10 тысяч саток. Вот. Могу ли я снять 200 ГХС при регистрации бонуса? Для активации бонуса при регистрации 200 ГХС. Пользователь должен открыть контракт с минимальной покупка 500 ГХС. Бонусные 200 ГХС на вывод недоступен. Я уже сказала, что я хочу принять участие в баунти программе. И попробовать уже зарабатывать без вложений. Какова минимальная сумма депозита? 5 долларов США. И принимаемые способы оплаты. Payeer, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash. И партнерская программа здесь 10% от инвестиций. Далее здесь у нас, друзья, социальные сети. Связаться с нами, суппорт, адрес электронной почты. И для тех, кто захочет принять баунти программы, значит, мы записываем видео, как я вот сейчас обзор делаю, такой информационный. И вот на этот адрес мы отправляем наше видео. Вот bounty@loxmining.com. Понимаем это, да? Давайте перейдем теперь к регистрации. Нажимаем «Зарегистрироваться». Сейчас страничка загрузится. И что у нас здесь? Имя пользователя, логин, электронная почта, два раза пароль. Разгадываем капчу. Я поставлю на оригинал.
и заполню все поля после продолжу. Я заполнила все поля, нажимая Signup. Так, я пока не буду сохранять. И что нам здесь пишут, друзья? Переводим на русский. Вы получили 200 КХС. Бонус за регистрацию. Так, дает возможность найти свой дом, где созданы лучшие условия. Так, далее что у нас здесь? Противовес, запрос вывода. Сейчас посмотрим. Так, БТС. Так, биткоин. У нас сюда прописываем адрес, сумму. Видите, сумму для вывода. Так. И аутентификатор только если включен. Так, настройки уведомления получать электронную почту. Минимальные пределы удержания 10 тысяч, как бы минимально. Ну а здесь как бы там у нас будет статистика. Депозит делать. Давайте посмотрим. Купить майнинг повер. Так, покупка. Так, ежедневно 1,1%. Тут выбери сумму количества ГХС. Так, покупка. И здесь мощность. Симулятор доходов. Так. Покупка горной мощности. Вот здесь уже просмотрите. Я ни к чему не призываю вас и не обязываю. Я делюсь только, друзья, информацией. Это видео я пишу только для баунти программы. Здесь купить контракт у нас вкладочка. Это после того, когда будет бонус, мы будем уже покупать контракты. И если все будет хорошо, я уже буду записывать еще видео. Так как в баунти программе здесь можно писать не одно видео, не два, а постоянно. И получать бонусы. Выплата направления. У нас находится наша партнерская ссылочка. Вот она. Также статистика. Моя активность. Далее аутентификатор. Это защита, двухфакторная аутентификация. Как бы сюда нажимаем, можно будет включить. Здесь служба поддержки. Так, пишем предмет названия, краткое сообщение и нажимаем создать. Настройки. Если поменять пароль. Далее у нас что? Вопросы-ответы. Тоже это все уже сами прочтете. Кому интересно, присоединяемся к баунти программе. Ну, не интересно, друзья, проходим мимо. Как я сказала, что вывести на бонусные ГХС нам никто ничего не даст. Всем удачи, больших заработков. Продолжение будет следовать. До новых встреч!